победой. Шикарнейшая просто игра. Два гола забитых, две штанги. Там просто невероятная куча моментов, отборов. Какие впечатления от матча вообще, в принципе? Ну вот Андрюха Козлов стоит за кадром. Он взялся за меня вчера на тренировке. Теперь я не могу подвести. Вот. Не, на самом деле, кроме шуток, игра была тяжелая. Спасибо большое команде за эту игру. Болельщикам большое спасибо, что гнали вперед на протяжении всего матча. Было непросто, плюс было достаточно жарко. Вот. Но все молодцы, выиграли. Всех с победой. Марсел Личко, новый главный тренер, уже присутствовал на тренировках. Может быть, он как-то подкорректировал твою игру? Дал какие-нибудь советы, может быть? Ну, немножко, да, были корректировки. Совсем чуть-чуть. Все равно, как бы, команду к этой игре готовил Николаевич и весь тренерский штаб. Вот. Пока что Марсело немножко внес коррективы в нашей игре. Хорошее начало сезона. Надеюсь, так же дальше продолжим. Только более уверенно будем побеждать.